Активисты волонтерского центра «Единой России» побывали в домах многодетных родителей в территориальном управлении Жаворонковское. Это семьи, в которых четверо и более детей. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой волонтеры посетили 16 адресов, где живут 79 детей. Каждому ребенку вручили новогодний подарок. Об этом рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев. Парламентарий подчеркнул, что в этом году поздравлять ребят приходилось с соблюдением санитарных мер, но атмосферу праздника удалось сохранить.